Дружеский поединок, ребята. Так, кстати, блин, на дружеские поединки нужно в команду брать кого попало. Так, так и так, 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 так. Ну, давайте трики. Да, дело пахнет керосином. Иммунитет, снижение урона не работает. Ай-яй-яй-яй, почему я не поставил щит? Почему я не поставил щит, кто знает? Я не знаю. Но нам все равно фартануло. Но у меня теперь есть Тарадолозавр. Вот ты гад. Так. Он сейчас будет 1,5 урона бить. Блин, ну это нам хана, мне кажется. Давайте слиняем. Этот парень может и выдержит один удар. Да, 26 уровень. У меня 3 костаря жизни ровно. Обычным ударом. Да, это мы выдержали. А теперь, что мы тут можем сделать? Снижение урона. Это паралич, этот опережающий. А так бы выжили. Да, это, конечно, супер прием такой от Тарадолозавра. А кровотечение закончилось, что ли? Очень странно. Оно что там, всего-то один ход длится? Так, он будет контратаковать. У него контратака хорошая. Этот удар сквозь щит. Давайте все-таки уклонимся сначала. Потому что мы его хоть так можем пробить. Блин. Но у нас есть, 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 есть очищающий удар. Точнее, будет очищающий удар. Ладно, давайте пока обычным. Что-то он слишком дофига ходит. Так, ну хорошо, мы это мы задоджили. Вот так вот, а потом двойной урон. И ему хана. Кританул. И уклонился. Вообще шикарно отработал наш парень. Ну, тут хана. А, это все. Чего ты? Нежданно. Так, там у нас еще был кто-то, кто хотел посражаться. Получен запрос на добавление. Там что-то оно не принялось. Никс 10 тысяч. Есть. Есть вызов. Блин, Эрли Доминус самый неудобный противник. И быстрее, и умнее. И, короче... В смысле, инвиз есть и иммунитет. Против него... Кто против него хорош? Нафиг его знает, кто против него хорош. Магнеперитор, но опять же он медленней. Трики. Иммунитетная тварь. Иммунитетная тварь. Нате, двойной урон сразу получил. Да, больно, да, неприятно. Но мы теперь точно самые быстрые будем. Я ускоряюсь. И можно валить с подмены, скорее всего. Зависит от удара противника. Трики. Трики, трики, трики. Ладно, трики можно ускориться. Thank you.
Задоджили. Блин, гад такой. Я только не понял, почему он походил. У меня был опережающий удар, но это же я же был быстрее. Вот это что-то я не совсем понял прикола. Так, думаю, чего взять, кого взять. Давайте ему снизим урон, чтобы он не огрызался так сильно. А теперь пусть что хочет, то и делает. Правильно, да. Надеюсь, он окочурится. И все. А, хотя у меня же там пробивание брони, правильно? Да, сквозь бронезащиту. То есть, в принципе, нету смысла даже использовать сильный урон. Сильный удар. Кусь, и полторушечки нет. Раптор. Вот кого-кого, а тебя я точно не ожидал увидеть. Так, забираем скорость, правильно? Скорость забрал. Теперь снижение урона. Снижение урона. Ну и валим. Валим. Пробил. Вообще-то сейчас бы я магнипиритора взял бы. Так, ну, дружеские поединки в мою пользу. 2-0. Так, а чё там, типа, не влазит? Давайте соберем награду. И чего у нас здесь? Так, дружеский поединок мы выполнили. Может, уже я все награды смогу забрать? Я уже тоже сегодняшний лимит выполнил. Собрал все деньги, собрал, в общем-то, все, что можно. Так, еще там что-то остается невыполненное. Откройте количество инкубаторов. Блин, где же тебе их найду, инкубаторов-то? Никаких арен сражений у меня нет. Откройте один инкубатор, ежедневные сражения. Ну, то есть оно еще у меня просто на карте не появилось. Но есть уже улучшенный клановый инкубатор. Так, так, так. Вот здесь чего не хватает? Откройте необходимое количество ежедневных ежедневные сражения. То есть вот одно сражение еще на карте появится, и все будет отлично. Так, ну что, попробуем матч-реванш взять, да? Если нам игра позволит, перестанет махлевать против нас, да? О, Птеровекс у меня здесь попался. Туарамалох, Птеровекс. Ну давай, Птеровекс, он шустрый. Но им нужно быстренько линять. Делаем вот так. И линяем на следующий ход. Его нужно, в принципе, беречь. Ах ты ж гад. Но у него иммунитет, и мы выжили.
Это прекрасно. И он потратил лишний ход. Теперь я, в принципе, должен ходить. И все. Блин, даже не понадобилось кровотечение. Обидно. Обидненько вышло. Ам-нам-нам. А, кританул, красавчик. Ну, на этот раз, да, нам игра дает отыграться. Нам немножко фартануло. Ну, посмотрим теперь, как говорится, кому повезет. Ну, он сейчас попадет, не попадет. Не попал. Но тут у нас везение есть. Определенное. И последняя проверка. Попаду ли я? Не попал. Да, не так уж нам везет тогда. А если он попадет, то нам хана, он же нас пробивает. То есть у нас шансов выжить нет. Да. Так, а у него кто там еще остался? Так, ну хана ему, надеюсь. Кто бы там ни появился, ты не ты, паралич. Будет меняться, нет? Нет, решил таки нас пробить. Ха-ха, блин, думал, контратака добьет, ну ладно. Наша взяла. Уверенная победа. Так, и можно открыть инкубатор, и мы там еще 10 трупиков заработали. Ну, помчались дальше. Так, начинаем танковать. Трагодистис, ух ты, ё-моё, ты какого уровня? Чё у него тут есть? Двойной урон сейчас будет нам прилетать, да? Ну, сидим на контратаках, это для нас хороший противник. А у него... А, это было очищение. Подождите. Снятие отвлечения, да? Ну, фиг с тобой. Посидим так. Броня у него хороша. Ну, наконец-то прокусил его. Неплохо держался Трагодистис. 26 левела был. Так, трики. Ну, я типа быстрее был. Это своего рода обмен получается. Так, я отдаю дарги Гаптерикса. Так, ну я, в принципе, еще успеваю слинять.
Это ж без удара. Без удара. А, он использовал опережение, это его погубило. Ага, фигушки, я слинять не смог. Ах ты ж гад, таки забрал с собой моего парня. Умри, животное. Так. Но он этого парнишку моего забрать может легко. Так, что он там дальше сможет сделать? Убежать. Гад такой. Плохо дело. Битва тарадозавров. Так, мой чуть покруче получился. А, все, он знает, что у меня есть уже опережающий удар с параличом. Победа. Даже если бы он подменился, я бы ходил первым. И этот удар с уроном, а не просто так. Ну, а на этом пока что все.